Добро пожаловать на канал Хакмода. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас ZTE две версии, MF79U и MF79U. Рассмотрим варианты. Они бывают с разными логотипами. Лидер Телеком, ZTE там, и разные другие еще. Они бывают белого и черного цветов. Ну, примерно вот они так выглядят. Есть вот Лидер Телеком, такая вот фотография в коробке, ну и так далее. Начинаем фиксацию IMEI делать и TTL. Ставим наш модем и ожидаем его загрузки. Если он не загрузился, устанавливаем CD-ROM, а мой компьютер заходим и ставим вот CD-ROM диска. Вот. Так, запускаем перевод в ADB порты, ожидаем перевода и одновременно считываем наш IMEI, который у нас идет. IMEI у нас на 86 начинается, переводится в ADB. И только после этого мы можем заниматься уже фиксацией IMEI, сменой IMEI и TTL. После того, как загрузились Android Phone, ну, у вас может и по-другому быть. Смена IMEI возможно, если у вас установлены все драйвера. Драйвера для ADB, драйвера для определения AT и лог портов. Итак, смена IMEI произошла, модель у нас 79U, занимаемся сменой TTL. TTL, значит, у нас не установлен, для этого мы устанавливаем его, фиксируем. Вот, эти все скрипты, их можно найти в интернете, это не проблема. Занимаемся проверкой TTL, у нас уже установлены, выходим, и, соответственно, у нас IMEI и TTL зафиксированы. Переводим в нормальный режим, и в основном он переводится после этого в рабочий режим, после которого можно ставить любую сим-карту и пользоваться и работать. А если у кого заблокированный модем, то есть файлики, которые там разблокируют их. Это его страница, мы можем войти по паролю админ, если у вас ru, а если u, надо считывать на шильдике. Можно модернизировать вебку, таким образом есть такая прошивочка, обновление для веб-морды. Вот, и соответственно вот эти файлы, можно их рассмотреть, там, если у вас модем уже убит, можно его и прошить даже. Например, u можно на ru прошить. Соответственно, можем посмотреть, как можно протестировать скорость и как увеличить скорость от этого модема на канале. Этот канал я могу указать. До новых встреч, дорогие друзья. Хоп. 25, 26. Ну, 120, 140. 136, 137. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь в Telegram. До новых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ставьте колокольчик для просмотра новых видео. С вами Хакмода.